Ребята, всем привет! Сегодня, короче, решил запилить видосик, выходной день сегодня у меня. Вот, решил, короче, дооснастить свою Kia Rio 2011, то есть второе поколение JB. Вот, у нее уже магнитол, короче, с USB флешкой и AUX вход есть. Вот, а у меня дома есть медиа-сервер, то есть он же Synology NAS, то есть, ну, облачное свое хранилище. И потоковые, ну, аудио я слушаю на телефоне. Я решил, короче, сделать, дооснастить Bluetooth модулем, короче, магнитолу. То есть, заместо, ну, параллельно AUX входу подключить. Вот такая платка. Заказал я, ссылки потом тогда все приложу в описании. Вот. Она недорогая, что-то рублей 200, там 300 стоит на Алике. Платка именно Bluetooth аудио. Вот, сейчас покажу, как, в принципе, это быстро можно и легко сделать. На таких вот машинах, где там отдельно разъем AUX-а. То есть мысль какая? Там AUX и USB флешка вход. То есть на USB флешка 5-вольтовое питание приходит. Я сейчас оттуда запитаю этот модуль. И с него также вот у него есть три контакта. Ну, то есть есть джек. И параллельно этот вот джек еще левый, правый и земля. Вот три пятачка между вот USB и джеком. Вот. С них, то есть, припаяем, питание возьмем и припаяем. Сейчас дооснастим штатный этот разъем. И будет у нас еще Bluetooth с телефона играть, музыка. Ладно, ребят, погнали, будет интересно. Так, ребят, смотрите, короче, у нас вот находится вход AUX и USB флешка. Ну и штатный магнитол у нас, вот она. Вот такая вот. То есть, вот сюда вот поддеваем пальцами. И она вот так вот руками снимается. Можно. А, можно не откручивать, можно вот так расстегнуть. Расстегиваем чехол. И вот так вот все снимается. И мы прям снимаем целиком всю нашу конструкцию. Сейчас я ее переверну. И нажимаем вот язычок. Отсоединяем штатный кабель. Вот у нас штатный разъем. И сейчас будем его дорабатывать. Так, ребят, наша задача, короче, открутить крепежку этой штуки. Вот два самореза откручиваем. Открутили два саморезика. И сняли. Вот он наш AUX. AUX USB. Теперь нам надо разобрать эту штуку. Вот поддеваем. Вот, отсоединили крышку и выдвинули нашу плату. Вот, и соответственно нам теперь нужно подключиться к ней. То есть мы сейчас вызваниваем, во-первых, мы, наверное, сделаем как? Мы, наверное, вот она, платка маленькая, мы ее как раз вот приклеим на этот корпус. И сейчас дырочку просверлим, заведем провода питания туда. Как раз. Вот. Ну и, соответственно, теперь надо нам вызвонить все это дело. Так, ребят, за кадром, короче, смотрите, просверлил отверстие для выхода проводов. И вызвонил, где какие провода у нас подходят. Сейчас будем выводить, то есть, проводки. Так, сначала питание возьмем, сделаем. И будем сейчас все это дело подключать. То есть, смотрите, залуживаем выводы. У нас получается, вот я потом картинку и видео приложу, и в телеграм-канал вставлю, если что, кому скачать распиновку. Вот у нас параллельно с крайних выводов USB разъема мы снимаем 5-вольтовое питание для наших этих, как я,
для нашего Bluetooth модуля. Вот, соответственно, выводим, залуживаем проводки. Так, берем нашу минусовую. Стоп, выводим в эту сторону, в обратную, где разъем. Потому что нам туда выводить надо все дело. Вот, подпаяли минус. Минус подпаяли. Это у нас выход минуса будет. И выход плюсового. Опять залуживаем. Запаиваем. С противоположной стороны у нас идет плюс с USB разъема. Плюс вывели. Все. Плюс-минус мы вывели. То есть особо много нам пока не надо. Мы их вот так и запасиком отрезаем. Все, у нас плюс-минусом выведены. Теперь нам нужно вывести аудиосигнальные кабеля. Также делаем черный минус. Пойдет. Также залуживаем. Залуживаем вот этот пятачок еще раз. И отсюда берем землю. Все, землю. Длинная земля. Это у нас эти аудиосигнал пойдет. Чтобы там не перепутать. Потом берем правый канал. Правый канал залуживаем и выводим. Вот, подпаяли правый канал. Желтеньким я сделал. Будет у меня левый канал. Желтенький левый канал. Главное, вот тут нигде не поперезамыкать никакие эти выводы. Все. Вот эти длинные провода, это у нас будет... Вот так их прокладываем между выводов. И теперь по-хорошему нам надо бы... Ну тут вот, кстати, какие-то прорези есть. Можно, используя их, закрепить эти провода. Вот так вот сделаем. Так, возьмем наш какой-нибудь... Вот видите, красный отлетел. Надо... Короче, закреплять их. Причем закреплять нормально. Чтобы случайно ничего не отлетело. Сейчас еще посмотрим. Не соединяются ли они тут нигде ни с чем. Да нет, вроде нормально. Так.
Вот так вот припаяли. И, наверное, возьмем мы. Сейчас я гляну, соду найду я или нет. Суперклей с содой вот сделаем. Вот, берем соду. И берем наш космофен. Вот он. И делаем фиксацию. Ну там уже, наверное, не будем. Вот тут вот зафиксируем. Ну хотя можно вот тут вот сами эти выводы. Нам, в принципе, достаточно вот эти аудио, потому что они к пятачкам припаяны. Те уже напрямую к выводам, они будут нормально держать. А вот эти надо зафиксировать, чтобы их случайно не вырвать. Вот, все, закрепили. И теперь что делаем? Теперь пропихиваем наши провода в наше отверстие. Вот, вставляем левый, правый канал. Массу этих каналов. И плюс еще туда же выводим питание. Питание вывели. Вот так вот вставляем в направляшки, как и было. Все, то есть у нас вывод, видите, как получилось. Коротенький это у нас питание. Три длинных это у нас сигнальный. Собираем опять же. У нас получается, если то есть по Bluetooth не цепляемся, мы можем пользоваться AUX-ом так же, как и пользовались. Все, собрали. Все осталось штатно. Теперь наша задача. Нам надо подпаять вот эти выводы к питанию. И, соответственно, что делаем? Вот так вот зачищаем длинные провода, чтобы мотню не оставлять. Делаем. Делаем ввод питания сверху. Потом платку тоже так же, наверное, на суперклей с содом приклеим, чтобы она там держалась. Так, минус мы припаяли. Делаем также петельку небольшую плюс. Вот. Берем наш плюс. И тоже его запаиваем. Причем, наверное, запаять надо так, как конкретно, чтобы плотно он там прижался. И делаем пропайку его. Все, пропаяли. Питание на нашу платку, соответственно, при включении зажигания, как только запитывается USB-платка, вот, то есть мы подали вот в вход. Плюс-минус питание мы подали. 5 вольт. Как раз с USB разъема. Вот. И теперь, наверное, сначала приклеим платку. Просто ее суперклеем. Прям, я думаю, даже намазать. Даже без соды, я думаю, все нормально будет держаться. И просто вот несколько капелек наносим суперклея. И эту платку вот так приклеиваем. Снизу разъема. Все, я думаю, вот она, платка уже схватилась прям довольно крепко. Ну и, соответственно, нам теперь надо просто правый у нас красный. Черный у нас вот такие вот мы делаем хвостики небольшие. Оп. Вот.
Зачищаем хвостики. Вот, вот так получилось у нас три хвостика, да? Черный, красный и желтый. Это у нас, соответственно, левый, правый и масса аудиосигнала. Зачищаем желтый, зачищаем черный, зачищаем красный. Вот у нас получилось за три зачищенных проводка. Все, зачистили. И облуживаем выводы. И залуживаем наши контактные площадки тоже на этой платке. Раз, два, три. То есть, смотрите, центральная у нас тут подписана G английская. Это у нас ground, земля. Смотрите, чтобы не спаялось. Так, левый канал у нас желтый. Мы его вот так вот все равно спаяли, да? Еще раз припаиваем G. Припаиваем наш левый канал. И правый канал наш. Не очень удобно руками держать. Тут очень неудобно. Маленькие расстояния. И, соответственно, правый канал. У нас получилось, смотрите как. Вот наши выводы. Получается у нас вот он плюс питание, минус питание. И вот наш сигнальный средний масса. Левый у нас желтый, правый у нас красный. В принципе, все, вся доработка. Снизу там ничего не мешает, места полно. То есть смотрим, вот так вот вставляем. Она даже не снизу, а сверху там будет. Смешаться ничему не будет. Вставляем наши саморезики и идем сейчас ставить в автомобиль. Опа. Все, два саморезика прикрутили. Ну, можно, например, до кучи от всякой какой-нибудь фигни, там, пыли, грязи, чтобы не копилось, взять вот мохнатую изоленту. И вот так просто по кругу ее слегка, без энтузиазма, прихватить, чтобы сильно на нее ничего там не сыпалось. И со временем некий, ну, вот, все, слегка пару витков дал, просто прикрыл ее. Все, пойдем ставить машину и проверять. Так, ребят, делаем назад установку, это все дело. Так, сейчас мы глянем. Так, у нас язычок вот так был. Ну, пока даже не подключая, давайте посмотрим. Просто если мы AUX сейчас выберем,
Ребят, смотрите. Короче, вот у нас, видите, значок Bluetooth. Не подключено. Сейчас вот смотрите за ним. Наблюдайте. Включаю аксессуары. Сейчас поедет с точки. Точки, видите, все, подключился. И теперь смотрите. То есть у нас включено. Смотрите, чтобы работал, кстати, я там не стал перемычку ставить. Я сейчас воткнул, у меня там... Ну, должен джек любой воткнуть, быть от наушников или от чего-нибудь. У нас активизировалось. Все, подключен у нас AUX. И смотрите, запускаем. Ну, я вот конкретно вот приложение от этого Synology. DS Audio, вот она по интернету цепляется к домашнему медиа-серверу. И я могу, как вот там MP3-шки воспроизводить, могу интернет-радио потоковое. Там я заранее уже забил. Ну вот, включаем, например, одну радиостанцию. Вот, пошла одна. Ну, давайте техно какой-нибудь включим. Вот, русские музыки, давайте там радио. Радио Рекорд я слушаю. Вот, ставим на паузу. Пожалуйста, вот мы на эту послушали штатную вот музыку. Короче, как гарнитура получается, работает. Вон. И звук, то есть. Не знаю, как эта камера передаст. То есть звук, в принципе, довольно нормальный. Учитывая, что это штатный балалайка, тут не какая-то премиумная. Вот, и соответственно, то есть, смотрите. Вот у нас горит значок. Тут точки, я не знаю, надо отсюда сфокусируется или нет. Вот где Bluetooth точки стоят. Выключаем зажигание. И сейчас точки эти пропадут. Оп, все. Связь потеряна. То есть обесточился USB порт. И у нас, соответственно, выключился. Ничего не разряжает аккумулятор. Так, ребят, короче, такой у нас получился видосик. Надеюсь, кому-то было полезно. Можно вот так доснастить свою машинку, в принципе, легко и просто. Bluetooth модулем и, соответственно, так слушать музыку с телефона, как бы, ну или потоковый, ну короче, удобно, потому что вот эти кабели, ауксы постоянно подцеплять неудобно, а по Bluetooth как гарнитурка можно слушать. Вот единственный момент, я как я показал, что надо вот, ну у меня получилось так, что надо что-нибудь втыкать туда, чтобы видел, что джек воткнут, тогда, грубо говоря, активизируется вот этот вход. Не стал я разбираться, мне проще так какую-нибудь заглушку придумать, то есть со штекером, да, воткнул, да и... А если не нужно, выдернул, он неактивный, этот вход будет. Вот. Как-то так. Ладно, ребят, все, надеюсь, было интересно. Всем мира, всем добра, всем пока.